красиво, я очень сильно здесь люблю жить. И да, вот это моя маленькая история вкратце. Конечно, в моей истории есть очень много, куча всего интересного, но просто вкратце рассказать о себе, потому что много людей... Я обещала себе, что я только буду говорить на русском, я не буду переходить два слова на английском, три слова на русском, одно слово на румынском, там, мы когда со своими друзьями...